Всем добрый вечер и вам. Первый раз на нашем водоеме. Расскажите свое мнение, расскажите мнение о рыбалке. Добрый вечер. Часто проезжая мимо, решили сегодня попробовать первый раз, что за пруд, что такое за зверь. И приехали, решились. Для первого раза из-за незнания водоем нам, в принципе, понравилось. Были хорошие поклевки. Поймали на данный момент 5 карпов. Были сходы. Относительно других мест, где мы бывали, по Киевскому, по Минскому шоссе последние годы, здесь достаточно неплохое место относительно их. В плане поклевки, в плане инфраструктуры, в плане сервиса. Вот. Думаю, что это не наш не последний визит сюда. Ловили время, у нас 19:00, ловили, по-моему, с 13:00. Да. Ну, чуть попозже мы показали, ну да. Раз. В общем, отдохнули вот. И довольны и рыбалкой, и, да, все понравилось. И всем происходящим. Все понравилось, да? Заключением погоды, но это, к сожалению, не в наших силах. И, исходя из погоды, мы удовлетворены полностью. Будьте добры, покажите, пожалуйста. Хочется пожелать вам всего доброго, сказать вам до скорых встреч. Ну а на воде всегда ни хвоста, ни чешуи. До свидания. Спасибо.